За ініціативою народного депутата України Віктора Остапчука у селі Чернещина на Борівщині встановлено пам'ятник Анатолію Криворучку. Понад 30 років Анатолій Тихонович обіймав посаду керівника агрофірми «Новий шлях», а у 2002 році став першим героєм України Харківщини у галузі сільського господарства. Ми пам'ятаємо його як людину, яка присвятила себе служінню своєму народу та своїй землі, а пішовши з життя, залишив по собі добрі справи та добру пам'ять. По грудді видатному земляку мешканці Чернещини вирішили встановити біля Свято-Миколаївської церкви. Адже саме Анатолій Криворучко збудував її для односельців. На прохання Віктора Остапчука образ Анатолія Тихоновича втілив у бронзі відомий харківський скульптор Олександр Рідний. Аби вшанувати пам'ять талановитого керівника і хлібороба, а ще дуже доброї і щирої людини, до Чернещини приїхали друзі та колеги Анатолія Криворучка. Сегодня, знаете, как и такой скорбный день, и вроде бы и светлый день. Потому что Анатолий Тихонович ушел, будем говорить, Царство Небесное, ушел. И я уверен, что этот человек сегодня находится там рядом с престолом Божьим. Потому что Господь Бог не каждому человеку дает построить такой храм. И прощает все свои грехи этим людям, потому что вот этот величественный Свято-Николаевский храм – это прекрасная, замечательная память об этом человеке. Анатолий Тихонович должен был быть увековечен. Это не только желание нашей спилки героев Украины. Я больше чем уверена, что это желание очень многих людей той харьковщины, которую он знал, которую он любил. Чорнобривців насіяла мати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати. І просим вас оставити свою подпись вместе з нами, со всеми, на пам'ять. Так, а планшет дайте. Вот фотографируйте. Напишется. Сереж, давай, положи планшет. О, все. О, широкая спина героя Украины. А ми повинні робити це людям добро, тому що я маю на це право говорити, тому що в мене четверо внуків і двоє правнуків вже є. Я пишаюсь цим. Я с Анатолием Тихоновичем познакомился давно. Значит, я работал начальником залізниці, и мы с ним сталкивались по работе. А очень близко познакомились, когда мы были с ним депутатами областного совета, когда уже Анатолий Тихонович ушел на пенсию. Он очень правильно сделал, он решил все-таки объединить всех героев Украины, которые есть в Харьковской области. Это он создал эту спилку. Значит, и вот мы працювали вот с ним разом. Из всех героев Украины я оказался самым молодым. И когда не стало Анатолия Тихоновича, мои коллеги говорят, что вот мы тебе доверяем. Значит, знаете как, это, конечно же, я считаю, что это большая нужная работа. Первое, когда я стал, возглавил эту спилку, я для себя четко определился, что к юбилею Анатолия Тихоновича, к январю месяца, надо обязательно поставить вот погрудье такое, чтобы это действительно была вечная память. Оборвалась струна, умолк последний звук. Немеет тишина, когда уходит друг.
Но для родных людей он не исчез во мгле, и свет души своей оставил на земле. Оборвалась струна, умолк последний звук. Немеет тишина, когда уходит друг. Но для родных людей он не исчез во мгле, и свет души своей оставил на земле. Он свет души своей оставил на земле.